patrie, aux armes, citoyens. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils ne passeront pas. Ах ты, блин. Опа. Появился, убили меня. Появился я рядом с Хибером. Блин, не убил, но ранил. Волшебно, а ты чё, тебя сразу устрелили, что ли? Ну, ну вот мой труп, и я тут появился. Ух ты. Волшебно, цен было. Все. Блять, бесит в танке. Ой, опа, идешь себе место. Например, пошел. Поднять тебе? Давай. Осторожно, только у меня этой нету, у меня скотч стоит. Нормально. Собака, я увижу. А, блин. Есть. Це забираю. А, чёрт. Чё, опять что? Нет, 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 справа. Мы потеряли цель, сорока. Справа щелкали. Да, аптечку, Боря. А мне нет аптечки, у меня скотч стоит. Мы захватили цель сорока. Ах ты, ёкарный бабай. Во. Сзади обошли. Что-то не понял, а танк там наш или не а наш? Чё, будем до точки А загонять их? Они сзади, 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 сзади. Где мой труп, только сзади? А, чёрт, не вовремя я в танк. Чё, пошли уже. Они на Б идут. Да, на Б подошли сзади. Смотри, он прям на тебя джекпотит. Только не вижу где. Но меня точно он увидел. Да что бы. Мы потеряли цель сорока. На бассейне где-то. Двое. Двое в до. Двое в доме. Двое, уже расплодились. Вон, 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 выходит, выходит. О, господи, окопный налетчик, что ли, появился? Хм. Сейчас он на нас попрет, наверное. Это наш. Цень. Снайперы на за домами. Я снайпер. Неужели позиции? О, нифига. Мы захватили цель сорока. Так, где тут из наших? Дислокируемся. Блин, танк стоит не там, где надо.
Блин, там танки. Сейчас я на танке потянусь. Эх, на пик у меня дели. Мы захватили цель Баклан. Попал. Штурмовый танк едет. Минус 17. О, ништяк, сейчас мы их покрошим. Да, только тут надо осторожно. Танк рядовый. Танка половина. Точно не знаю. Мечу, мечу. Так, а где вражеские танки? А он там, посередине улицы едет. Если едет еще. Да, он еще стоит. А, во-во, сейчас хвост зайдет. Форса там пометил на горке этот. Опа. Шухер, 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 вон. Блин, нам не повернуться, у нас никого сбоку. Да вон надо взад, вон там танк. Вот он. Да, да, да. Тихо, тихо, не торопись. Преслед. Он в реку спрыгнул. Все, на нас едет. Ой-ой. Ну-ну-ну-ну, добьем. Разворот. Блин, не развернулся. Взорвали его или нет, я так и не понял. Да. Хотя бы так. А те кто? Вот. Подъехал бы хоть что ли. Че стесняется? Я взял там. У тебя трое сидят в танке. Никого нет у меня. А, никого? Нет, я не на том. На, в центре. Гигант. Черт, в отце. Мы на полпути. У нас преимущество. На, много прям на центре, около флага. Прибыл вражеский. Где-где? На. Что от этого гиганта еще ныкаться? А гиган это чё? Сейчас увидишь. Этот... Дирижабль что? Не. Танк, танк стоит. Это наш. Танк гигант. Ну. А, нихуя. Я не видал. Жешку? Сейчас. Вот сейчас побил бы сесть. Это вон он, я да? Я слышу. Вот бы сейчас бы нам в четвером в него сесть. Вот этот танк. Хренашки. Солнце зашло. Сразу бы не стал, знаешь. Да боже, сейчас мы... О, он на вершине, блин, стоит. Голубочка впустим. Ха-ха-ха, нормально. Чё такое? А чё за значок справа уходит, короче, как восклицательный знак? В смысле? Ну, блин, восклицательный знак, короче, уходит. Ну, справа. Когда а, маленький. Справа? Да. А какой он, жёлтый или красный? Оранжевый. Оранжевый? Я что-то забыл, я подключал некоторые. Это, по-моему, FPS. Но он когда, когда он ниже 60, то загорается. Ах ты! Не, FPS, по-моему, это... Мы теряем цель, Баклан. А сейчас не помню. FPS это как раз мониторчик, квадраты. А кругляшки всякие, это по пингу, что-нибудь там... Потеря пакетов, это квадратики. С этим нормально. Квадратик? Чисто один квадратик, что ли, потеря нет, пакетов? Нет, три квадратика это потеря пакетов. По пингу это кругляшок с восклицательным знаком. Еще раз, 4 квадратика или сколько? Там 3. 3 квадратика это потеря пакетов. А квадратик с восклицательным знаком это FPS.
кругляшки с восклицательными знаками. Это пинг. А самое идеальное, это когда ничего вообще не появляется из значков. Такого не бывает, походу. Мне просто сказал передать. У меня сейчас так. Он тут же с ней разговаривал, не стоял. Ни одного значка. Нормально. Хорошо. Блин, мне надо патрончиков взять. Они лежат, не там. То есть после того, как с севера завезли в Франкфурт, у меня пинг был раньше 120, сейчас хотя бы меньше сутки стал. 86. У меня 49 показывает. У кого как? Ну это еще лучше. Ну главное, чтобы не больше 100 был. Да где этот? Гигант его разбирается, ну или помаленьку? Прикинь, меня лагануло, у меня кью зажатая, короче. Я ничего сделать не могу. Че? У меня кью зажата стала на запрос. Я не повернуться, ничего не могу. А пистолет обрез мощная штука. Тут попасть надо. Ну, вот сейчас шмальнул. Надо было приказ на Б давать, пока захватывали. А, ну ладно. Теперь мути на С, чтобы очков больше. Мы потеряли цель, енот. Ну, блин, застрял. И снова с пистолет обрез. Мы захватили цель, сорок. Лошадка. Ложись. Да блин, я хотел, короче, сбить. Я думал, собью. А чё сейчас самолётов-то нет? Я хочу на самолёте полетать. Блин, всё хотел научиться, никак не получается. Кстати, а гигант, там... гигант тут чуть-чуть остался. А где он вообще? Давайте на Д. На Е спрятался. А гигант, по-моему, ты... На Е, что ли, выехал? На Е, Е, здесь он стоит, около дома. Вон он. Ой, снайпера стреляет. В смысле? Ну, я выходил, потому что меня лагануло. А-а-а. Ой, самолет. Фига. Как он выпал. Море, ты горишь. Все, его грохнули. Папа взорвался. Мути на Е сейчас. Да кажется, танк какой-то. Там штурмовик торчит. Надо с того хвоста зайти попробовать. Ой. С миномета палят. И он мертвый. Вот там что-то красненькое. Вот он. Че, зарежешь его? Ой. А он свалил. А? Шато до. Шато дю Пернан. Мы потеряли цель, Баклай. Боря, подними, пожалуйста. Боря. Участие. Спасибо. Мы захватили цель, енот. Блин, темные переходы. Ни хрена не поймешь. В этой хате. Ну. Свет вырубили, блин. А что там? Что-то я не понимаю, куда. Блин, давай сделаем проход, да и все. А что, не делается, что ли? Да вот, я выскочил. Делается, конечно. Погнали, да и все, напрямую. Давайте снова на Д сходим. Ну-ка.
танке он место есть. Хоть с пушки пострелять маленько. У нас лес отжимает. Лес? Ну, Любекский окоп. Это как, какая кота? Придет, надо было... С? А, есть. Опа! Нифига меня башкой на коне прям сбили. Ох ты, блин, не вовремя выскочил. И куда он в окоп-то, блин? Перевернулись. Провалился в окоп. О, сейчас прикинь, избег. Сейчас ПТ-ружья вас там поубивают. Да он убежал. Так мы вдвоем с тобой сидим. Все, нас вынесли. Ну да, конечно, мы же двигаться могли. Я пытался как-то выехать. Он заехал в окоп и сбежал с танка. Ой, бля. Так все хорошо было. Начально. Так, ладно, мы тут вроде как... Едем неплохо. Так поставим. Блин, снайпер в деревне. И вот так поставим. А у меня без каски оставил, лысым трупом лежу. Боря, аптечка. Боря, подними. Я лысый труп, меня бы кто поднял. Ой, внизу на С в окопах много. Это у кого-то братик батл хотел поиграть. Ах ты. Хм. У кого там кто в батл хотел поиграть? Какой-то голос был. Не-не-не. Ты ошибаешься. Или кто это там был? Хм. У меня на фоне родственники разговаривают, брата нет. Кому аптечку, кого поднял? Чё, куда? Вижу. Минус два снайпера хотя бы. Хотя бы. Стоит хам там есть. Блин, там танки что-то и поверху, и по низу. Окопный налетчик возьмите. Блин, кто-то подобрал. Ни разу не брал. Но он вынеси такой быстрее всех бегает. Долбинка такая с первого раза. Сейчас там, кстати, танк надо валить. Я вот инфильтрацию да. Еще ни разу не подбирал. Да тоже не подбирал. Который может вызывать артиллерийский удар. Есть подствольник. Мы захватили цель Баклана. Тихо, это свои, блин, что ты в меня стреляешь? Опа! Сзади где-то на мосту, на Б. Победа. На растяжке подорвался моей. А куда, мы до граф идем или эти гиганты? Да без разницы. Да, ну, до графа народ может сходить. Правда, сейчас отойду, поем немного. Ну, что, будешь играть? А? Ну, чуть позже. Это вы... Не торопитесь с дискорда расходиться. Поиграть хоть чуть-чуть. Хавай быстрее. А, не, если торопиться буду, еда не усвоится.